торопях писал, что уже придираться. Сколько в баксах или в рублях? В рублях полтораха. Ещё? Ну, говорю, он вообще один в один, только у него еще сзади такие едва ощутимые прорези для пальцев, и спереди чуть-чуть так, ну, рельефный, но на кнопках вообще по кнопкам один в один, то есть миллиметр в миллиметр, мне кажется, я вообще разницы не чувствую. Такой же мягкий кнопки. Да. А, ну, кнопки, может быть, а в Xbox не пластик разве тоже? Пластик, но он почти не чувствуется. Резина. Ну, не, здесь тоже очень мягенькое нажимание. Я говорю, вообще, я вот сейчас в Mortal Kombat играл с другом позавчера. Ну, ладно. Как бы один другой берешь, вообще разницы нет. Все, поехали. Зачем ты покупал? Да, у меня нормально. Пишет. Это бот. Хорош. Я повезло. Отлично. Давид не слышно, если что. Я здесь. Слышно? Рамос. Хорош. Ля, я уже вожал. Входи, хорош. He's got that through clever reading of the game, intercepting and getting possession back for his team. Вот это проёб. And look at that. It's hit the stanchion top right. No keeper would get a hand on that. So the first goal, it's 1-0. Блять, он вообще не подаёт. He's given it straight to the opposition. Блин, ну опять не туда. Я ближнего кого увидел, тому удал. Хотел дать. Дал не тому. Хорош. It's a diagonal ball to switch the play here. Gosh. Tackle right on the edge of the pitch. Ball forced over the line. And the referee's given a free kick. На 11. Чуть ближе к воротам. Ах, слишком, да? Твой. Наш. Дей! Положил на жопу. Случайно получилось. Очень бежал, забил, хорош. Ебать, как вы пропустили-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Top class goal.
Че в башке? Defenders will have been told by the coach, stop the cross, that's what he's done. Well, they might not be rushing to take the corner, then a goal to the good, of course. А что у них за шпала, которую вы боитесь? And it's a headed effort at goal. Good jump, and the header just off target. And he's gone for that corner. Only just missed it. Не прокинулись, блядь. Шнайдер. Крузе. Я не знаю, наверное, на дальний пойдет. Ай, бля. Я, наверное, на дальний. We could get some news on the injury. I think Jeff Shreve is on the case. He actually went right over on his ankle, but he has carried on. So I think it's unlikely to force him off the field. Jeff showing he's right amongst it and knows what's going on down there. Не надо говорить, что будешь делать. Лучше я буду делать так. Так скажем. Ни хера не получается. Hung on to the ball well. It's Meyer. Here's the cross. Ах, блядь. Лови, лови, лови. Спеши. Well, he's got support here. Chance to get the ball in the box. Чё? Ну, не знаю, что. He's got it away. Это был замах. Мандана. Да, не повезло. Here's Браво. Шнайдер. Opportunity now. Here's a chance. Goalkeeper exposed. It was a good side of goal, but he skied it. Хватает. Смотри. Я смотрю. 4-9, блядь. Хорош. Вот. He's cut out that pass. It wasn't an accident. He read the mind of the opponent. Крузе. Cut out the pass. Yeah. Here's Браво. Ловит наш. Нет. Чем будет тогда вообще сильно лупить? Возьми ближнего, Егор. Сол на геймпаде, блядь. It'll be a corner. Давайте, ребята, жмите, давайте. Башьте. Вратарь сейчас. And out comes the goalkeeper to deal with the corner. Туда кинулся все. Ой, туда кинулся все. Пусти еще ворот. Уже надо ждать 75 минут. Это
Запись идет. Я офигею. Я офигеваю. Чего-то голоса там нет на записи. А че есть? Твой? Только один голос этого, Родяна, слышно еще. Почему Родян? А кто? Не, разве не Антоша? Стримит? Я не знаю. Ну ёй. This is the start of the second half. Под тобой. Шевченко. Here's Bravo. Пиздец. Сай. That was a chance to really get in at the goalkeeper, running off the defender, but he's run offside. Пойдет. Не пойдет. We can tell he knows the game. He had a sixth sense there to get to the right position and nick the ball. Valeria Ismael. Да, было понятно. Если что, вешайте. Давай. Ой, блядь. Давай, играй, играй. Хорош. Отлично. ЛТ, да, нажал. Корпус смотрю. Красава, красава. Давайте, вырывайте, ёпта. Я что-то задергал там. Пока силы есть, давайте, ебашьте. Бля. Желтый. Низ. Ладно, самый иди вниз. Вот первый. Шнайдер. Хорош. Хорош. Мамливайся. Хорош. Блядь, ну куда опять, а? Крузер. An easy interception because the pass wasn't really a very thoughtful one. Блять, ну будто пошло, сука. Играй, играй, играй. Не было. Уходи, уходи на фон. Не, он на тебя открывался. Давид, как раньше, ближний. Забивай. Ну еще у меня вообще не прыгнуло. Сил что-то. Эй, центр. Хорош. Пиздец, у меня есть. Желтый, 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 право. Хорош. Под навес. Хорош навес. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Right. Стоп, стоп. Ну, у него сразу просит. Ау. Нет. Чё ты делал? Хорош. Может, еще смотри, центр. Да! Там накрывали, Родяна не видели. Чё орёшь-то? Нормально.
точку, на точку. У вас кипер вышел, если что. Здесь штрафной стою, если что. У него что-то цена там, насколько я понимаю. На точку. Все, уже не надо. Блядь, а, наверх? Понял. Еще раз. Сколько раз ему просто что привязал на верху. That's not a good corner at all. Well, it's a chance, isn't it? Put the team under pressure, but they've just wasted that chance completely. Давайте, держите. Штангу. Снизу на поднавес кройте. Где зелен? Молодец. Педерасты. Хорошо, спокойно, развернись. Ладно. И вот. На себя утягивай. Играй. Спокойно. Ну да, я тоже так думаю. Смысл. Right from the beginning, we've never known which way this game is going to go. It's kept its drama right to the last. Рамос. 84 minutes gone, 6 minutes to go. Силы нет. Trying to switch on the attacking power in this situation. Зеленый снизу. Снизу давай. Ой, повезло. Тобой. Навешай. Еще. Какой отрыв у нас от второго места? 4. Блядь, зачем просил Егор? Хорош. Закрыли всех. Все. Играй. Пол поля, именно не добежим, если мяч приехал. Проси далеко. Да вынес. А кто просил центр? Я вынес уже, мам. Нельзя лучше, брать. Ближнего возьмите, я в центре буду. Интересно, если за штангу держаться, восстанавливаться здоровье? Бля, не туда. Все. Да. Эх, ребята. Ну, он тоже подвинул. Будет ничего, нет? Он идет слива. Нужно. Могу один матч. Бля, у нас понедельник альтер-эго. Не было.
Насрать, если кто-то другой станет чемпом, главное не интегровцы. Ну, у меня 88 форвардстом. Давид, конечно, охуенно на цепи играет просто. Да, вот когда ему подсунут мяч, и среди четырех он окажется, он как-то выберется и либо ударит, либо голит. Потому что у него есть реакции, он не с головой вообще. Да, он молодой, нормально ему. У него с вот этой... ты уже старый. Стоп. Расим, по-моему, гениальную теорию вводил по поводу того, что когда человек старит, он начинает хуёво играть в ФИФУ. Да, ну вот видишь, я тоже... Я теперь папаша, я теперь тоже хуёво играю. Конечно, есть еще фактор в том, что ФИФА говно. Нет, ФИФА хороша. Да где она хороша? Да не, она говно. Иди в ПЭС. Полтора раза. Знаешь, я с удовольствием бы пошел в ПЕС. Если бы не вы, то ПЕС на порядок. 15-е лучше. 15-е лучше, это конечно. 15-е можно было пасы хуя. Слушай, у тебя дохуя ведьма время на то, чтобы соло на джойстик играть. Футбол? В футболе не отдашь пас так спину. Это нереально. Из-за пасов спиной так относиться к ФИФЕ, ну бежан так будет. Про пасы, ну, блин, я вратарь спиной. Три были убогие, защитники были убогие, все было убогое, дубия, царь игры, все. Вот это было 15 фифа. Баги, лаги, убогие вратари, убогие защитники и дубия. Да, я понял тебя, я понял. Это фифа 15. Все. Человек соло на джойстике. Как мне повезло в том моменте. Бежим хорошо. Дома сделал. Я сначала ударил, увидел, что бежит на меня. Отмену сделал. О, сейчас мы с вами подскочаем. Задел. Старенький. Пока не. Блядь, сука, привез все-таки. А второй гол просто пиздец. Я потом посмотрю. Первый. Ну чё?